пожаловать на мой канал. Меня зовут Лена, мой ник на ютубе HelenLin1. Добро пожаловать! В сегодняшнем видео я хочу вам показать мой заказ, который я сделала в интернет-магазине lamoda.ru. Если вам нравятся такие видео, где показывают заказики, которые сделают по интернету, то оставайтесь со мной. Мой заказ был доставлен в такой голубой коробочке картонного производства, на которой написано «Хотите примерить? Мы подождем». lamoda.ru, мода с доставкой. Гарантия 100% качества, бесплатная доставка по всей России, примерка перед покупкой, более 900 подлинных брендов. Итак, давайте заглянем внутрь, что же лежит в этой коробочке. Когда мы открываем коробочку, мы там видим журнал La Moda. Здесь предоставлены статьи интересные и плюс, скорее всего, фотографии, которые, возможно, заинтересуют смотрящего человека. Следующее, что вам покажу, это будет два аксессуара. Первый аксессуар идет у меня браслет в виде усиков. Это черный металл. Застегивается он с помощью карабина. Следующий аксессуар — это кошки. Я родилась в год кота-кролик, и поэтому меня постоянно манит на кошек. К сожалению, эти кошки были последними, на сайте их больше нету. Было два варианта: темного синего цвета и белого. Я взяла темного синего. Следующее, что я вам покажу, это будет сумка. Сумку упакована еще одну в сумку. Сумочку, которую я заказала на этом сайте, была упакована еще одна в одну сумку белого цвета. Кстати, она потом пригодится. И такую я себе заказала сумку, она в морском стиле. Вот. Здесь вот такая интересная застежка. Для нее есть отверстие с этой стороны и с обратной стороны. И вот такая эмблемка. Сумка довольно глубокая. Она не на молнии, как обычно бывает, да, на молнии, да, но она не на молнии. Здесь просто застежка, которая застегивается вот так. Но самое интересное то, что вы видите, что внутри этой сумки лежит еще одна сумка. Сейчас ее достану и покажу. Можете посмотреть, какой размер этой сумки. Очень глубокая. В нее можно все что угодно вместить и положить. Еще раз покажу вам первую сумку. Здесь очень длинные ремешки. Очень удобно потом повесить на плечи, не будет она слишком маленькая и жать. И еще покажу вам, что здесь прилагается, вот такая этикетка, также надпись. Кстати, я вам покажу, что лежало в этой сумке внутри. В ней лежала вот такая маленькая сумочка. Вот. Она тоже на молнии, здесь вот такая интересная собачка. Сейчас я расстегну и покажу вам. Надпись и плюс еще потайной кармашек. Он на молнии. Здесь также лежит ремешок. Кстати, интересная очень застежка такая у ремешка. Вы можете сумку застегнуть, плюс взять и пристегнуть этот ремешочек. У вас получится маленькая сумочка. Вот я пристегнула. Также можно пристегнуть и второй карабин. Так. Все. И у вас готова еще одна сумочка. Повторюсь еще раз. Так что можете использовать первую сумку или вторую сумку. Очень удобно, кстати говоря. Продолжаем показ, что лежало внутри коробки. Я еще заказала себе обувь. Вот, лежит она у меня внутри еще одной коробочки. Сейчас я открою и вам покажу. Это мокасины.
нежно такого бирюзового цвета. Вот так они выглядят. Подошва, прошитость, каблучок маленький, ступинатор мягкий. Вот. У меня 41 размер, можете посмотреть, вот у меня 41 размер. И, наконец-то, мы подошли к последнему предмету, который я заказала. Это будет блузка. Тоже такого нежно-бирюзового цвета от Savage. Самое последнее, что лежало в этой коробке, это пакет. На нем написано интернет-магазин lamoda.ru. Мода с доставкой. Пакет очень полезный в быту и в хозяйстве. Я делала блузку, и вы можете посмотреть, как она выглядит на человеке, а не в оберточном пакете. Очень легкий материал, плюс я специально взяла 46 размер, хотя у меня 44, чтобы был немножко свободно. Я люблю немножко, чтобы было свободно, чтобы не обтягивающе. Здесь сейчас я покажу вам. Это блузка на пуговичках. Здесь вот такой интересный разрез, можно спрятать, а можно открыть. Рукав идет здесь такой короткий, прилагается пуговичка, можете расстегнуть, а можно оставить как и есть. Ну и давайте я вам покажу, как будет эта блузка выглядеть, когда я примерю вот эту сумку. То есть, как она будет смотреться с сумкой. Как вы замечаете, то, что сумка хорошо легла на плечо, плюс очень комфортно, здесь ничего не мешает, то есть за счет того, что здесь длинные ремешки. То есть вы спокойно можете вот так положить руку и держать вот здесь, если хотите. Да, я позабыла показать вам дно этой сумки, вот так она выглядит. Вот, так что вот так это выглядит. Очень уютно и комфортно, и какого-то дискомфорта я не испытываю. Вот. Так что вот такие были у меня покупки в этом интернет-магазине lamoda.ru. Так что я довольна то, что я приобрела, то, что я выбрала. И на этом я хочу закончить свое видео. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за то, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам большое. Всех обнимаю, всех целую и всех люблю. Всем пока! Thank you.